пятницу на ТВ Рус. Надо уметь их отпускать в это плавание и радоваться тому, что в их жизни происходит. Как пережить отдаление ребенка? То, что прошла моя мама, мне, конечно, не снилось. Как не впасть в отчаяние? Я очень рад. Я не могу, я должна бежать с работы. Как суметь просить нехватку материнского тепла? Я такая дур-дура и не врубаюсь, уходит. Как сохранить трепетные отношения? Когда мне случается что-то, что ее расстраивает, она сначала переживает это в себе, а потом уже в результате выдает. Как выдержать все испытания верности своей семье? Ты можешь ее отговаривать, но она придерживается все-таки своего мнения. Об этом расскажут известные мамы и их дочки. «Мать и дочь» в пятницу на ТВ Рус.